С начала сентября учащиеся 11 классов областного лицея имени Машерова активно взялись за подготовку к выпускным экзаменам. Во многом именно они помогут определить, какую профессиональную дорогу выберут юноши и девушки уже совсем скоро. Лицеисты в своем большинстве ориентированы на поступление в высшее учебное заведение, а потому подготовка к ЦТ сейчас в самом разгаре. Сам я рыхтуюсь. Кроме того, у нашем лицее проходят факультативные занятия по физике, по математике, по разных мовах. Мы готовимся в первую очередь, это морально, а во вторую это мы пробуем свои силы на репетиционном тестировании. Мы можем посмотреть, где у нас какие-то пробелы в знаниях и подтянуть это, чтобы в будущем сдать лучше ЦТ. Сейчас в лицее у нас идет подготовка на факультативах и на уроках. Мы прорешиваем прошлые годы ЦТ и повторяем те темы, где мы что-то подзабыли. Репетиционное тестирование является прообразом централизованного. Испытание, требующего глубоких знаний школьной программы, хорошей эмоциональной и психологической выдержки и определенных знаний делопроизводства. Бланки решений имеют строгую форму заполнения, отклонение от которой уберет один или несколько баллов из результативной копилки. Именно поэтому многие предпочитают посетить пробный этап, прежде чем отправиться на основное финальное тестирование. Надо быть очень внимательным, чтобы не ошибиться именно в заполнении, потому что если вот какую-то помарку сделаешь, то уже вот считай все твои баллы, которые ты мог получить, ну, все, уже ничего не получишь. Репетиционное тестирование – важная часть в подготовке к основному централизованному тестированию, потому что мы можем подготовить себя психологически, настроиться как-то, и когда уже придя на основное ЦТ, да, то мы как-то будем более осознанно, как-то более спокойно решать, и мне кажется, вот именно репетиционное тестирование можно как-то именно в плане морально подготовиться. 15 октября первые желающие смогут прийти и проверить свои знания. Репетиционное тестирование, как и централизованное, начинается в 11:00. Правила проведения пробного этапа ничем не отличаются от основного. С собой необходимо иметь квитанцию об оплате, а также черные гелевые ручки. В принципе, атмосфера такая же. Мы немножко на РТ, закрываем глаза на то, что где-то опаздывают ребята. То есть, как бы это не столь может быть актуально на РТ. Хотя, опять же, в общем-то, все начинается в 11 часов. Опять же, та же самая пропускная система, то есть здесь в качестве пропуска только квитанция об оплате. На централизованное тестирование, естественно, будет уже пропуск выдаваться. Вот. Ну, опять же, наличие паспорта обязательно, то есть просто чтобы своего рода был рефлекс, что ли. Если тестирование, то это паспорт, черная гелевая ручка. Ну и, соответственно, в данном случае на РТ это квитанция, на централизованное тестирование это пропуск. Узнать дополнительную информацию или задать волнующие вопросы можно, позвонив в региональный центр тестирования и профориентационной работы с молодежью, либо посетив официальный сайт или группу ВКонтакте. Хорошо сдать ЦТ и стать студентом – это реально.